Всем привет! Новогодние праздники закончились. Теперь главная задача – избавиться от накопленных лишних килограммов. Самое время размяться и заняться какими-нибудь активностями. А для этого необходим удобный спортивный костюм. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг и навигатор». Поехали! Эффективность тренировок зависит не только от вида и размера спортивной одежды. Неправильно подобранные цвет и дизайн костюмы тормозят спортивный процесс. Мода на мужские и женские спортивные костюмы давно перекочевала из тренажерных залов и легкоатлетических манежей в повседневность. По этой причине производители выпускают одежду для спорта нескольких типов. Для занятий в спортзалах, для тренировок на улице, прогулочные костюмы. Одежду для занятий спортом на улице подбирайте в зависимости от времени года. Зимний вариант – теплый спортивный костюм на флисе, куртка и шапка. Есть костюмы с водоотталкивающей пропиткой, в них сухо и комфортно при пробежках в ветреную и дождливую погоду. Прогулочные спортивные костюмы не предназначены для тренировок, в них акцент сделан на дизайн и цвет, чтобы подчеркнуть достоинство фигуры и скрыть недостатки, визуально сделать вас стройнее. На сайте Wildberries женский спортивный костюм сейчас продается за 3000 рублей. Его прежняя цена – 9499 рублей. Костюм с начесом, цвет фиолетовый, состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Костюм трикотажный, утеплитель флис, без застежки, два глубоких кармана, кожаная фирменная нашивка, размер оверсайз, страна-производитель – Россия. На сайте Озон спортивный костюм Канка предлагают со скидкой в 56% за 2202 рубля. Материал футер трехнитка, размер оверсайз, без застежки. В комплект входят худи и брюки. Есть карманы и капюшон, цвет темно-зеленый. На сайте Яндекс.Маркет спортивный костюм «Территория Стрекоз» предлагают со скидкой в 51% за 2871 рубль. Цвет розовый, 80% хлопок, 20% полиэстер. Спортивный женский костюм – самый практичный, удобный и востребованный предмет женского гардероба в зимний период. Спортивный комплект состоит из базового худи с горловиной мандарин, карманом кенгуру без молнии и капюшоном, брюки-джоггеры с высокой посадкой и аккуратными карманами в боковых швах изделия. Умеренный свободный крой оверсайз на флисе согреет вас в прохладную погоду. Сшит из мягкого трикотажного футера, трехнитки с начесом из пряжи пенье. На сайте Мегамаркет женский спортивный костюм можно приобрести со скидкой в 71% за 3410 рублей. Состоит из худи и брюк, состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Футер трехнитка с начесом, материал подкладки флис, застежка верха шнурки с накладными карманами. Подходит для прогулок и путешествий. На сайте Спортмастер спортивный костюм «Форвард» продается за 11200 рублей. Цвет верха красный, низа синий. Костюм выполнен из легкого гигроскопичного быстро сохнущего полотна. При этом полотно износ устойчиво при эксплуатации. Куртка полуприлегающего силуэта на подкладке и сетке. Трикотажный воротник стойка. Центральная застежка на молнии. Боковые карманы также на молнии. Манжеты на рукавах и пояс выполнены из трикотажного полотна «Ластик». Брюки слегка заужены. Необычные боковые вставки. Пояс эластичный тесьмой. Ширина пояса регулируется шнуром, вложенным внутрь. В боковых швах по низу брюк выполнены разрезы на молнии. Качественную одежду для спорта шьют из прочной, мягкой, износостойкой ткани, которая поддерживает нормальный воздухообмен, быстро высыхает и не теряет форму. Этим критериям удовлетворяют футер, всесезонный материал, в его составе 70% хлопка и 30% полиэстера. Одежда из него дышит, не растягивается, не усаживается, не вызывает аллергии. Дайвинг – ткани разной плотности с добавлением эластана и вискозы. Хорошо тянется, плотно облегает тело, обладает утягивающим эффектом. Из нее шьют комбинезоны для гимнастики и фитнеса. Кулирка – тонкий трикотаж на 100% состоит из хлопка. Иногда производители добавляют немного лайкры для эластичности. Тафета внешне напоминает натуральный шелк, но эластичнее и долговечнее. Из этого материала шьют верхнюю спортивную одежду и подкладку для спортивных костюмов. Интерлок – натуральная ткань на хлопковой основе, эластичная, хорошо тянется в ширину. Одежда из интерлока гигроскопичная, мягкая, на ней не образуется катышек. Из нее чаще шьют детскую спортивную одежду. Дюспо – трикотаж с полимерными пропитками. Он хорошо пропускает воздух и защищает от ветра, не создает парникового эффекта. Неопрен – синтетический материал для зимних спортивных костюмов. Он плотно прилегает к телу, удерживает тепло. Хлопок пике изначально разрабатывался для теннисной униформы. Сейчас из него шьют летнюю одежду для спорта. Она прочная, быстро впитывает влагу, долго носится. Бифлекс – суперэластичный материал, не мнется, не рвется, хорошо сохраняет форму. Как любая синтетика, бифлекс накапливает статическое электричество и недостаточно хорошо пропускает воздух. Спандекс – легкий, эластичный,
удобный, хорошо тянется. Спортивные костюмы из спандекса популярны у любителей и профессиональных спортсменов. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.